Бывать резервного работника. Вы знаете, у меня обе стороны рабочие. Прекрасно. У меня как раз левая. Ну, вот у меня правая страшная, ну, некрасивая. Как у, да, как у Марлен Дитрих. У меня уже правая была. Меня учила делать селфи Елена Темникова. Знаете такое? Нет. И вообще не обязательно вам знать ее. А, смотрите, она мне рассказывала, что нужно обязательно делать сверху, так, чтобы все самые некрасивые места как-то убрать, чтобы сверху... Логично. Понимает. Логично. А вот смотрите, селфи, ну вот, собственно, по большому счету я вас научил делать селфи. Ну, вы умели, вы сказали. Не, ну я понимаю, как нажимать это. Да-да-да. А вот, знаете, а вот эти еще на палке носят, знаете. Селфи-палка. Думаю. Конечно, конечно. Чем длиннее, тем сразу понимаешь, да, богатый человек. Да-да-да. Ну... Интеллигентный, богатый и нет, с интересными... Нет, интеллигентный, я не знаю. Не уверен, богатый, да? Да? А вы знаете, что такое еще фейс-трекинг? Ну, это сейчас новая модная фишка. Фейс-трекинг. Ну вот... Слежение за лицом. Абсолютно верно. Смотрите, у нас есть приложение, так, которое... Вот посмотрите на меня сейчас. Только что в прямом эфире, это видят все зрители, мне приклеили вот эту вот прекрасную картинку. Посмотрите теперь на вас. Кошмар. Мне кажется, вот с такой маской вы можете у самых злых ваших гостей брать интервью. Говорит, ну, где ты взял 8 миллиардов, господин Захарченко? Это и есть фейс-трекинг? Да, это фейс-трекинг. Смотрите, можно любые лица абсолютно переделать. Изумительно. Да. Так, это... А, то есть вы выбираете из того, что... Да, это здесь прекрасно, огромный... это вот просто вообще... Мне кажется, таким образом Владимир Владимирович Познер, не Познер, а Путин должен с Бараком Обамой выйти встречаться. Выйти на поле в бейсбол, это просто... Так, смотрите, есть еще... Не, ну это не так. Это неинтересно. Не. Это, если вдруг в Японии захотите выпускать шоу Познер... Да, да, пожалуй, да. Так, ну это я даже не это знаю. Это я похож на вас, по-моему. Нет, мне кажется, нет. Мы абсолютно одинаковые, посмотрите. По-моему, мы похожи на террористов. Так, да, похоже. Вот так, если вдруг грустные новости сообщать какие-то. А где этот самый-то волк-то? Волка нет, волка нет. И смотрите, есть еще одна программа. Я могу сесть? Нет, я хочу вам показать последнюю. Я понимаю, что я вас замучил снова. Нет. Если вдруг вам интересно. Да, мне очень любопытно. Есть программа, которая меняет лица. Мне, это моя мечта. Я хочу поменяться с вами лицами. Сейчас вы увидите вот одну секунду. То есть мое лицо окажется на вашем. Такое надо понимать. Нет, это купить что-то мне предлагает. Посмотрите, давайте поаплодируем Владимиру Владимировичу. Сейчас он это я, а я это он. Это смешно. Это смешно. Да. Мне хочется сразу сказать, и Тэфи уходит за самое лучшее онлайн-шоу в программе «Киносвязи». Спасибо вам, Владимир Владимирович, за то, что согласились поучаствовать в этом. Я с удовольствием. А, дорогие друзья.